Один человек погиб, четверо пострадали в результате аварии на карусели во Франции. Это произошло в городе Невиль-Сюрсон на пасхальной ярмарке. Точные причины поломки пока неизвестны. По словам свидетелей, карусель развалилась на ходу. Некоторые очевидцы утверждают, 40-летний мужчина стоял неподалеку и его смертельно ранил обломок конструкции. Другие говорят, погибший был на карусели. Среди пострадавших несколько детей, угрозы их жизни нет. Аттракционы на ярмарке закрыли, полиция начала расследование.